Приветствую вас, мои дорогие зрители! С вами Лилия Донскова. И я хочу поздравить прекрасную половину человечества с нашим женским днем. Девочки, я так рада, что познакомилась с вами. Читая ваши комментарии, я понимаю, что я общаюсь с потрясающей просто аудиторией. Девушки мудрые, интересные, ищущие, развивающиеся. Вы такие прекрасные, и я вам желаю, чтобы в вашей жизни всегда было любовь, счастье, крепкое здоровье и масса желаний и интересов, которые вам доставляют удовольствие. А сегодня мы поговорим об удовольствиях, потому что для девушки одно из таких приятных событий — это новый аромат. И я вам расскажу, какие ароматы у меня будут со мной, ну, начало весны точно, март, и я думаю, что апрель, может быть, что-то будет немножко меняться, но в основном эти ароматы будут меня сопровождать, потому что каждое время года диктует какие-то свои правила. Зимой хочется потеплее наряжаться, летом раздеваться буквально до маечка, сарафанчиков. Также и с ароматами: зимой хочется более уютных, плотных, таких вот томных ароматов со сладкими нотами, весной хочется более звонких, таких ярких, необычных. И поэтому я выбрала и уже начала пользоваться своими ароматами. У меня здесь 2 3 4 5 6 7 8 ароматов, и первым я покажу тот, который уже 3 дня меня просто зачаровывает. Этот аромат называется Valare Forever. В его состав входит розовый грейпфрукт, малина, жасмин, роза, миндаль, мускус и кашемировое дерево. Для меня этот аромат на 100% ассоциируется с первой капелью, с почками, с ручейками. И у нас как раз уже такая погода, хотя обещают еще похолодание и снегопады, и морозы, но все равно уже вот этот вот аромат весны, он захватывает и уносит. И этот аромат, он просто потрясающий. Я вам очень рекомендую его попробовать, уверена, что вы не останетесь равнодушными. И помимо красоты самого аромата, очень красивый дизайн в виде бутона розы полураспустившегося всегда приводит в восторг, когда я вижу этот флакончик. Второй аромат, недавно нашумевший аромат в коллекции Giordani Gold Essenza Blossom. И про этот аромат я записывала отдельное видео, аромат белоцветочный, и я еще им не успела насладиться. Для меня сейчас самое его время, вот ни раньше, ни позже. Летом вряд ли я захочу им пользоваться, он будет немножечко для меня тяжеловатый, а вот сейчас в самый раз. И ключевые ноты — это жасмин, камелия и, конечно же, флёр д'оранж, который присутствует в каждом аромате Giordani Gold Essenza. Очень красивый аромат. Помимо того, что он красивый, и флакон у него такой изысканный, дорогой, этот аромат еще с наивысшей концентрацией аромата, и не просто парфюмом называется, это духи, и у него действительно высокая стойкость. Третий аромат — Miss Giordani Intense. У меня с этим ароматом любовь с первого взгляда. Я его, когда приобрела, тут же у меня увели этот аромат. Клиентка понюхала и сказала: я забираю, ты себе закажи новый, и отдала деньги. Но я его не заказала, я не помню, может быть, его уже не было на складе, история умалчивает, но я так ждала, когда этот аромат появится, и верила, что он будет. И вот я его им овладела. Видите, я им пользуюсь не так много, но с огромным удовольствием. И его ключевые ноты — апельсин, нероли, гордения, мускус и орхидея. Он такой мягкий, он нежный, но уже звонкий. То есть на весну прелесть, даже на лето, скорее всего, я буду к нему возвращаться весь сезон до осени. Кстати, Miss Giordani оригинальный в желтом флаконе мне абсолютно не подходит. Какая-то есть нота в том аромате, которая меня не вдохновляет абсолютно. Следующий аромат — очень сильный, мощный аромат Poses Secrets.
с этим ароматом я чувствую себя такой бизнес-леди, не просто непрошибаемой, которая перед которой открываются вообще все двери. С любым человеком можно договориться, когда в этом аромате, потому что чувствует, что это сильная, уверенная, красивая женщина, которая знает себе цену и знает, чего хочет. Мощнейший аромат и один из любимых моей коллекции. В составе бергамот, водный жасмин, черная смородина, аккорд, золотое яблоко, ваниль и сандал. То есть помимо его вот этой вот мощи, в нем такая сексуальность, поэтому не может устоять никто, ни мужчины, ни женщины. Следующий аромат — полная противоположность — Эклат Мон Парфа. К этому аромату у меня всегда очень теплое отношение, и зимой, и летом, и весной, и осенью. Мне он нравится, он как-то не обязывает к какому-то времени года, к какому-то наряду. Я в нем всегда чувствую себя очень женственной, мягкой, сексуальной и красивой. Всегда с этим ароматом получаю очень много комплиментов. Его замечают, как, кстати, и поза Secret, его замечают. И несколько раз ко мне подходили незнакомые женщины и узнавали, какой у меня аромат. Так у меня появилась одна клиентка, кстати, а другая женщина, вот я точно помню, она сказала, что у нее есть консультант, и она благодарна, знает теперь, какой аромат ей выбрать. Вот такие вот бывают классные истории. Следующий аромат, только не плачьте, кто очень любит Happy Dizziak, который сняли с производства, к моему огромному сожалению, и думаю, не только я о нем грущу. Этот потрясающий фруктовый, такой дерзкий, такой соблазнительный, такой невероятно манящий и вдохновляющий Happy Dizziak. Все, счастье, он несет счастье. Человек, который пользуется этим ароматом, не может быть не позитивным, однозначно. И его состав: груша, ананас, яблоко, у меня прям слюнки уже текут, клубника, ваниль и кедр и мускус. Вот такой вот красивый состав и красивый флакон. Его можно вот так поставить, вот так положить на бочок, то есть он такой прям неваляшка, очень красивый. Следующий аромат — Love Potion Blossom Kiss. Это новинка, даже это, я скажу, спрей для тела, который у меня очень с большим удовольствием расходуется. Видите, у него прям много уже от крышечки отступлено. Дочке он понравился. Я думаю, что она у меня его скоро уведет. Просто когда новинка, она знает, что я еще его часто показываю в видео, аромат, и не берет, но пользуется однозначно. Итак, его состав: сочный инжир, лилия и бархатная ваниль. Я вам передать не могу, насколько он сексуальный. Я с таким удовольствием его наношу на тело после душа и иду спать, потому что пижамка пахнет очень вкусно. Просто вот себя чувствуешь такой, вообще вот скушать хочется. Вот вот такая вот классный аромат. Я его рекомендую вам заказать, думаю, что он будет не в постоянной коллекции, скорее всего это какой-то вот ситуационный, и могут в любой момент убрать. А в четвертом каталоге с ним классная акция, поэтому стоит подумать или стоит просто брать. Итак, и завершает наш весенний парад аромат, которого ну не может просто не быть в этой коллекции — Woman's Collection Sensual Jasmine. Сексуальный жасмин, я его так и называю. Хотя с этим ароматом я не чувствую себя, как будто я стою около дерева с жасмином. Нет, жасмин здесь есть, но когда я прочитала полный состав, я была удивлена, что в таком аромате, я имею в виду в такой ценовой категории, потому что у него очень невысокая ценовая категория, такой состав. Итак, это бергамот, ландыш, весенние бутоны, жасмин, цветки апельсина, мимоза, бобы тонко, сандал и белый мускус. И это еще не все даже ноты, я выписала самые такие вот мои любимые. Вот такой вот интересный аромат, и я с ним себя чувствую тоже вдохновленной. Он звонкий, несмотря на то, что в нем такие вот сладкие ноты есть,
а все равно он звонкий, он очень красивый, по-весеннему звучит, и мне кажется, ни одна весна не может обойтись без такого аромата. Надеюсь, мое видео, мое такое интервью с ароматами для вас будет полезное, чтобы определиться, какой аромат вам понравится. Кстати, в последнее время часто благодарят за знакомство с этим ароматом, многие заказали и остались в восторге. Да, такое бывает, но все же, несмотря на то, что я вам рассказываю с любовью о своих ароматах, я рекомендую выписывать сначала тестеры, носить на себе, наносите на пульсовые точки и носите несколько дней, чувствуйте, какое состояние вы получаете с этим ароматом, потому что если вам что-то не нравится, может появиться головная боль, да что угодно, да, просто чувствуется, бывает с каким-то ароматом вот так вот, просто сидишь как кошмарик какой-то, вот аромат должен вас вдохновлять и давать определенное состояние, которое вам нужно: быть мягкой женственной кошечкой, быть королевой, быть бизнес-леди или просто девушкой весной. Спасибо вам огромное, что вы со мной. Пишите в комментариях, какие ваши любимые ароматы, может быть, какие-то у нас совпадают. Я вам желаю огромного-огромного счастья, потрясающе красивой весны и моря цветов. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока.